Привет, мальчишки и девчонки. Давно меня не было, потому что была я в Адлере, в Сочи, Адлерский район. Решила попробовать себя в новой профессии, горничной. Поработала я нормально, целых 4 дня, а потом поехала на выходной в Краснодар и заболела. Но вот сейчас я уже выздоровела и снова гоняю в деливери. Кстати, хотела я там устроиться в деливери. Пришла, говорю. Меня спрашивают, вы у нас работали? Я говорю, нет, работала. Потом находят мой ИНН и говорят, что как, а вот у нас тут ваш ИНН. Я говорю, ну, я в смысле в Сочи не работала. Да, вот такой сигнал заказ пришел, договорю. Оказалось, что для того, чтобы в деливере работать в Сочи, надо для этого уволиться в Краснодаре. Уволиться, сдать экипировку, и только после этого можно устраиваться в другом городе. Ну, я это знала, но думала, а вдруг прокатит на другой номер телефона. Нет, не прокатило. Так что сейчас я опять в Краснодаре, работаю в деливере, и все классно.